Представители Минздрава отметили, что в ходе кампании специалисты в области общественного здоровья будут ходить из села в село и напрямую общаться с людьми на тему необходимости и важности иммунизации против COVID-19. Мобильные бригады на автобусе для вакцинации поедут в 24 района, которые были выбраны и включены в план изначально. Приоритет – районы с низким уровнем иммунизации против COVID-19, чтобы увеличить степень понимания населения важности этой вакцинации. В то же время для работников системы первичной медико-санитарной помощи проводятся учебные курсы, чтобы также увеличить популярность иммунизации. Компания включает работу по укреплению партнерства между центральными госорганами, теми, кто влияют на общественное мнение, представителями религиозных конфессий, а также для продвижения вакцинации против коронавируса. Надеемся, что для всех работников системы первичной медико-санитарной помощи это будет важной поддержкой в продвижении вакцинации, потому что только привив население, мы сумеем достичь коллективного иммунитета. Надеемся, в течение нескольких лет мы сумеем вернуться к привычному образу жизни, который был до пандемии. Информационно-просветительская кампания для сельского населения «Вакцинируйся, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло» проходит в рамках проекта Всемирного банка «Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова». Согласно последним данным нашего Минздрава, в Молдове уровень вакцинации от коронавируса достиг 18%.